Вулкан движется, это захвачен он? Нет, мы уезжаем. Понял. Они уезжают, меняют позицию. Всех мало осталось, может быть, они к нам придут. Где вы? Хорошо, много. Если у вас мало народу, вы можете к нам прийти. Мы едем. Понял. Они едут к нам. Вроде. Мы тут отрабатываем. Те русских нас могут отработать, если что. А, Декфор, ты сейчас перемещался же, да, как я понял, возле камня? Если... РПГ! Понятно все. Давайте пехотка, оттягивайтесь к нам. Где-то рядом здесь было, кстати. А я что-то вижу. Нижние метки каркары. От моей метки на 40 свет в глаза, не могу понять дальность. Кто-то выглянул и заглянул обратно за холм. Что, меняем ориентацию, да, на север, северо-восток. Ну всем-то не надо. Там у нас есть, в принципе, кто. Они ж могут сейчас по всей периметру идти со всех сторон. Тем более наши отошли. Он за меня прижали туда. Я оттягиваюсь на... Крепче коробки, много людей. Вражеский? Вроде шпион. Я стрелял. Слушай, по дыму, а даже на горы это прикольно. Да тут рядом вообще все. Видишь кого? Да, там враг. Что-то, по-моему, по мне попадают пульки. Еще два, еще два. Перед лицом прям упало. У вас калаш в руках кого-нибудь есть? 220, вот. Один рядом, 220.
Вот там. Да, слышно. Кошмар долбит. Живой? Да, живой. Рядом в камне ходит. База, база, рядом со мной. Нет. Я рядом камнем лежу. Блин, со светка не вижу свой, не свой. Там же за район твоей метки американский командир бегал. Ёбушки, ёбушки, понял, понял. Паза. Двое тут каких-то идут, шарятся, не пойму, кто они. Это смотри. Паза, подстреливают, так, понятно. Так, у нас... Нет. Обстреливают по вершине горы, без шума. Непонятно откуда. С востока откуда? А, вероятно, может, нет, потому что они ложатся... Определенно не с востока. Скорее всего, вряд ли сейчас вершины, потому что ложатся очень в Москву. Ты с кожи стреляешь? Да, с вершины. Лёша, так ты постреляешь. Я подвигаю кожи. Возможно, с севера били. Паш, посмотри. Куда? 320 от тебя. Это бегает низин. Пошли дальше к нашему. Прям низинка здесь? На север, короче. Возьмем лесочек. Трубу возьмем. Причем опять на спринте. Видимо, тот же самый американский офицер, но я что-то сомневаюсь. Ладно. Это, наверное, альфа. Я тут. Нет, тут что-то другое спрашивал. А. Так, это Декфор бегает, наверное, тут с пулеметом. Бегает жив? Бегает жив? Да, отбил одного. Ага. Прям хотя бы... С северо-запада пришел, видать, с низины или сверху включился. Гонза.
У меня на рации Гонза и Вествуд пропали. Это они последние были выжившие. Они, может, кстати, на резерв сейчас смотрят. Есть кто живой? Не отвечают на резервы. Мы остались одни. В 80-м году GPS. Короче, я на западе, на востоке от этих, где техники, экипаж ходил. Я понял. Все, все. Приносим. От моей метки на 40 вижу какой-то там лёг встал, будет. Попал. Больше не ходит. От техники на 140 движений было. Я его, наверное, ранил. Экипаж дергается, вижу. Наш, да? Наш. Да, да. Ровно на востоке я от вас, ребята. Я тебя вижу, да. Вот ГПшник, такое ощущение, что да, оттуда же. Получается, от тебя уже на юг. И ты репета видел, Флайер. Не-не-не, гранату кинули, отбежали. Примерную метку на врага, да. Мне кажется, у нас кого-то. Паша, может, ты пойдешь на юг отрепить? На юг сместиться? Краб, давай я пойду через елку. Давай. Я под обстрелом, у меня такое ощущение, что по мне пишумка периодически это работает. ГПшка долбит где-то рядом. Это мы и на. Понял. Паша, смотри, 40. Да, вижу, что-то там какая-то башка. Вали его, против. По мне бьет. Согнал вроде. Живой? Да. Бешука работает, ребят, бешука. Так, флайеры сняли, флайеры сняли. В белом дыму наши нет.
Нет. Перед ним на... По свои! Он же не в дыму, ты чё? Перед дымом свои, возле камня. Живы. Попробую обойти. А кто у нас пилой? Назад где? Прием. Декфор, наверное. Да он только слушает, ничего не говорит. Хуёво, чё. Всё, ребят, я пошёл. Перекатами. Ты ползком? Перекатами не слышу. Ну, лёжа медленно. На 340 в ёлках же там наш, да? Убивающий триггер. Нет. На 340 в ёлках, да, в моей метке. Да, я. Это Бисмут, да? Всё безопасно? С первой группы кто-то живой остался или нет? Связи с ними нет, я с ним выходил на связь, но никто не говорит. Я тут видел. М14 рука. По форме надо определять. Так он метров 200 был от меня, непонятно, зеленый и зеленый. Понятно. Если бандана вместо каски враг. Нет, по-моему, это кепка была на башке. Слушайте, если у нас на западе все тихо, может туда перекупать коробчик? В Бисмута? Да. Можно попробовать. Вообще вы стоите, у вас хреново сейчас видно, там сверху даже если зайдут, не увидят. Я боюсь, жопу зайду. Я пока все в бусту. Фаер, его убили? Да. Давай я смещусь, прикрою. Смещат? Понял, хорошо. У тебя 150-30 метров хватает. Понял. Ты жив? Ребят, ты жив? Ну, понял. Печаль. А он куда пошел? От подбитого биваться на запад идет враг. На гранатонах. Чё ты не убиваешь, ты сам-то где идёт?
Да, блядь, не попаду, я поэтому не убиваю. И тут еще возле меня тут лазит. Хорошо, он живой. Он живой. Сейчас грамм подброшу, примерно. Поставил синий хатап, пошел на запад, в вашу сторону. Могу дострелить под эти. Обойди в запад. Сейчас он встанет, я его не добью. Я в ёлку тут сяду, то он проблема. Хотя будешь смещаться, говори. Я смещаюсь, да, сейчас примерно метку насяду. Сместил метку. Тут два трупика лежит, кстати. Умер. КПшка. Паша жив? Да. Понял, откуда вы это было? Ну, прям передо мной. Снимай.
Нет, да? Слева тебя сзади. Сзади тебя вот сейчас сзади тебе. Там кого-то в ёлке видно. У меня рюкзак есть. Не знаю. Видел меня? Я вернулся к пилотцу. Я пойду сползаю к елке, кто где кого-то видел. Давай осторожно. Здесь поле открытое, так что если что, храните меня. Ну а если нас могут слушать, откуда у них рация-то наша? С репита, например. А вы что, его тропика не видели? Нет. А сразу делать сдвиг. Давайте сдвиг на резерв. Я вижу трупа зоника под елкой. Сейчас буду делать бросок, да, техил, прикрой его. Как принял? Где? Сейчас будет какой-то бросок, ёлка. Ты сейчас будешь куда делать бросок? Нам туда? Туда, да, к Казданику. Подтверждаю. Давай. Сейчас кто-то побежит из врагов. Ты не пойдёшь. Мастер внимательно. Да-да. Как понял? Уже перебежал. Враги. Я не знаю, они не говорят. Я ж не буду их спрашивать. Примерно хотя бы направление дайте. Неизвестно. Ориентир? Труп Аздоника.